Сказка о Питере Пене многим знакома еще с детства. Идея поставить спектакль об этом герое пришла молодому режиссеру Михаилу Комарицких несколько лет назад. Рассказывает, подсказала жена, она очень любит это произведение. Для Михаила это первая столь серьезная работа, в нее он вложил особый смысл. Сама пьеса и спектакль – это все в честь мамы, о маме. И я тоже про свою маму вкладывал тоже. И то, что мы их бросаем, потому что нам... Мы вот творческие люди. Мы в театре пропадаем просто. Мы в театре здесь летаем, как Питер Пен. Улетаем в творчество, да, и не хотим... Ну, получается так, что мы маму бросаем свою. Подбирать актеров для своего спектакля Михаил начал еще полтора года назад. Помимо коллег по театру, в картине задействованы студенты. Режиссер считает это хорошим опытом и для ребят, и для него самого. Валерия Горелкина играет одну из главных ролей. Она Венди, подруга Питера Пена. Актриса признается, подобрать правильный образ для своей героини было непросто. Венди – обычная девочка, которая не хочет взрослеть. Капризная, озорная, но очень добрая и понимающая. Ей очень хочется остаться ребенком, и поэтому вот в ее жизнь прилетает Питер Пен. Но со временем, когда она уже понимает, что взрослая жизнь, она неминуема, она и хочет вернуться обратно домой. И вообще спектакль именно об этом. Втайне от родителей девочка подговаривает своих братьев улететь вместе с Питером в сказочную страну. Там юных мечтателей ждет множество опасных приключений. На Питер Пен охотится старый пиратский капитан со своей командой. Он злой и беспощадный, но в душе глубоко несчастный. Однажды его оставила мама. Несчастен и маленький Питер Пен. Ему комфортно и весело в своей сказочной стране с друзьями-потеряшками и феей Динь-Динь. Но мальчик очень обижен на маму. Когда-то давно он улетел от нее в страну сказок. Женщина долго ждала возвращения сына, оставляя открытым окно. Однажды он решил вернуться, но окно было закрыто, а за ним кипела новая жизнь. Мама нежно убаюкивала новорожденного ребенка. Больше Питер домой не возвращался. Вместе с Венди в сказочной стране он побеждает пирата. Взрослеет и девочка. Она вдруг понимает, как расстроила побегом своих родителей. Тогда они с братьями возвращаются домой, зовут с собой Питера, но тот не хочет расставаться с детством и волшебством. На прощание. Венди обещает всегда держать открытым окно для сказочного мальчика. Интересный, познавательный и любознательный. Актеры очень хорошо играли свою роль. Юные зрители самые благодарные. После спектакля у всех масса впечатлений. В основном отмечают двух героев, Венди и Питера, но есть и необычные любимчики. Мне больше всего понравился капитан, потому что у него была команда, он смешно играл свою роль, все время как-нибудь смешил, надевал себе на руку всякие разные предметы, например, свою копию уменьшенную. Доброй сказкой проникались и взрослые. Она возвращает в детство, дарит волшебство и просто поднимает настроение. В день премьеры спектакль показали дважды. Так много было желающих. Возможность окунуться в волшебство у юных череповчан еще есть. Спектакль будет идти весь сезон. Мария Беленко, Денис Катамин. Новости.